Сегодня произошел проект, который мы назвали «Консенто». Кто не знает, в переводе с итальянского оно означает «согласие». Это было согласие двух совершенно разных направлений, жанров музыки: народная музыка и классическое искусство. Поэтому на сцене наблюдали два коллектива: ансамбль народных инструментов «Садко» и ансамбль «Вдохновение». Мы уже придумали целый цикл нашего «Консенто», который будет выходить, я надеюсь, каждый вторник в 18:30 по Приморскому краю, время указано. И, что немаловажно, сегодня состоялось впервые онлайн-включение на портал kultura.rf. Вот. Если до этого времени наши онлайн-концерты мы показывали на наших только социальных сетях, то на сегодняшний день мы вышли на международный всероссийский культурный портал «Консенто».